До конца года остается несколько недель, поэтому главным перед Советом депутатов стоял вопрос о рассмотрении проекта бюджета Ленинского района на будущий год. Докладчиком по этому вопросу выступила исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк, которая в цифрах рассказала об итогах публичных слушаний по бюджету на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области в сумме 5 215,6 млн рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 314,7 млн рублей. Общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области в сумме 5 229,2 млн рублей. Дефицит бюджета таким образом составит 13,7 миллиона рублей. Также Нина Хованюк озвучила проект бюджета на плановый период 2020-2021 годов. Бюджеты этих периодов предполагаются быть сбалансированными. Данный вопрос неоднократно обсуждался на рабочих группах, где присутствовали депутаты, а также члены ревизионной комиссии. Поэтому народные избранники единогласно проголосовали за предложенный проект. На мой взгляд, структурно бюджет сбалансирован. Широкий блок по жилищно-коммунальному хозяйству. Заложили мы средства согласно, значит, наказам, в том числе и жителей, и депутатам. По социальной сфере однозначные ориентиры. Заложили средства на реконструкцию существующих инженерных сетей, создание будущих, в том числе дорожная сеть. Это и средства по линии здравоохранения, образования. На заседании присутствовал глава муниципалитета Валерий Венцель. Он поблагодарил всех, кто участвовал в работе над бюджетом. В принципе, основополагающим элементом и звеном при формировании бюджета должны выступать главные распорядители бюджетных средств. А вот умелость отстаивать свои позиции – это зависит от профессиональной принадлежности и опыта работы, в том числе руководителей подразделений. Вот, поэтому я всем хочу сказать большое спасибо. Также Валерий Николаевич выразил уверенность, что и бюджет городского поселения местным советом депутатов будет принят в необходимые сроки. Татьяна Брылова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.